Здравствуйте, ребята! Сегодня вы научитесь делать вот такую морковку в технике оригами. Для этого вам понадобится оранжевый, а с другой стороны белый лист бумаги 10,5 на 15 сантиметров. Зеленый листочек, он ровно, видите, наполовину меньше, чем оранжевый. Клей-карандаш. Черный карандаш. Ну и, конечно же, ножницы. Оранжевый лист бумаги переворачиваем. Вот так вот заворачиваем. Придерживаем одной рукой, а другой сначала сгибаем, а потом разглаживаем пальчиками. Вот так. Берем ножницы и отрезаем лишнюю полоску. Раскрываем. Линию сгиба поправляем пальчиком. Берем этот уголок и сгибаем вот так его вовнутрь. Легче это делать, конечно, на столе. Линию сгиба хорошенько проглаживаем пальцем. То же самое делаем с другой стороны. Вот что у вас должно получиться. Берем верхний уголок и вот так заворачиваем вовнутрь. Тоже не забывайте линию сгиба хорошенько проглаживать. Поворачиваем. С этой стороны заворачиваем вот такой небольшой уголок. То же самое делаем с другой стороны. Переворачиваем. Вот такая основа морковки у вас должна была получиться. Если надо, все линии сгиба хорошенько разглаживаем пальчиком. Убираем ненадолго. Берем зеленый лист бумаги. Из этого прямоугольника нам также нужно получить квадрат. Также вот так вот заворачиваем и разглаживаем линию сгиба пальчиком. Берем ножницы и отрезаем лишнюю полоску. Поворачиваем его углом вниз. Теперь смотрите, вот так вот сгибаем. Вот такой листик морковки у вас должен был получиться. То есть ничего сложного здесь нет. Берем клей-карандаш. Сначала приклеиваем этот уголок. Теперь сверху хорошенько промазываем клеем. И приклеиваем листик. Но сначала его нужно перевернуть вот так. Хорошенько пальчиками надавливаем, чтобы он хорошо приклеился. Подержите так несколько секунд. Теперь нам остается взять черный карандаш и нарисовать вот такие вот полосочки по всей морковке. Вот такая простая морковка сегодня у вас должна была получиться. Желаю вам удачи!